Девчонки, я сейчас на завтрак готовлю сырники, и почему-то не знаю, что-то у меня сегодня все не по плану, все не так, как идет. Первый обгорают. Надеюсь, вот следующая парта у меня не, партия не обгорит. Но знаете, мне вспомнился один мем, я вам сейчас точно расскажу. Надеюсь, даже найду в интернете сторонки, вам ставлю. Посмотрите, Игорь седает, вот эти обгорелые. И я недавно только в ТикТоке натыкалась на одно видео, где женщина под грустную музыку сидит и ест горелые блины. И там написано: это судьба каждой мамы, есть горелую еду, пока, чтобы не досталось детям и мужам. Я смотрю, что Сигар ест горелые. И мне это видео так вспомнило. Посмотрите, что-то у меня с моими сырниками сегодня не то. Надеюсь, вот это вот, следующая партия у меня нормально будет. Вкусно? Все равно вкусно, если даже горелые. Кстати, посмотрите, у меня на столе вот сколько... Привет. На столе у меня сколько упаковок макарон. Вчера я закупалась в Кауфланде, и была акция на вот эти вот барилла. Я всегда их беру, а вчера каждая упаковка стоила по 99 центов. Я вот набрала сразу много. Спагетти я всегда беру номер 5. Это самая идеальная толщина для меня. Вот я люблю. А макароны вот такие вот я взяла. Такие вот косички и вот такие вот крупные мы берем. Тоже люблю их. С добрым утром, страна, как говорится. Но для меня не добро. Одно добро, что встала жива, здорова. Вот это добро, мои дорогие. С утра пустила стирку, белые вещи. Представляете, авария, дочь мента, как говорится. Ой, мы как, конечно, с Настей сгорел, видимо, стиральная машина. Нам сколько раз машинка давала нам знак: меняйте меня, меняйте. Мы нет, немножко подправим, дальше работаем. Подправим, дальше работаем. Но сегодня сначала пробки это стреляли. Правильно, как говорится? Ну, выбивала. Выбивала, да. Пробки выбивала. Мы не понимали, с чего. Вроде стирально, но, видимо, замыкание на розетку давала. Что-нибудь ключим даже это... телевизор или включим. Ибрагиму вчера говорю, у нас проблемы, что-то пробки вот прямо выбивает через каждое это. Он говорит: давай, когда кому-нибудь скажу, пускай поменяет пробки это. Может, говорит, постарел уже рычаги, автомат, вот это, пробки. Ну, я говорю, посмотрим. А сегодня нет. И когда включили, и я решил, у нас два автомата же, с другого автомата удлинитель я отлил и стиральную машину включил. Задымело, испугались, давай, кто куда бегает, кто чего, с утра. Так что у нас путь, поход будет МВидео, Эльдорадо, где техника. Вот так, менять пора, все уже, я боюсь, ремонт бесполезно, он уже 20 лет свой отслужил, честно. Стиральная машина LG, 5-килограммовый, отслужил. Вот честно скажу, день-ночь стирает. Без никаких нареканий, но чуть-чуть что-то подремонтировал, опять долго работал, отслужил. Как бы это свое отработал. Вот. Надо менять. Все свое время. Девчонки, сейчас к сырникам буду делать вкуснятину. Это очень вкусно. Всем советую тоже. Ну, мне кажется, многие это могут делать. Разрезала я вот такие вот абрикосы пополам. Сейчас на сковородку растоплю сливочное масло. Добавлю столовую ложку сахара. И буду карамелизировать до золотистой корочки абрикосы. Потом кладете это на сырник. А если еще перед этим намазать творожный сыр, например, Филадельфию, вообще будет ляпота, вкуснота. Насыпала я вот тут сахар. Ждем пока, чтобы сахар растаял. И начнем уже жарить наши абрикосики. Как сейчас шикарно пахнет на квартиру, я вам даже передать не могу. Это очень-очень вкусно. Вот, абрикосы у меня мягкие стали. И все, могу вынимать. Сейчас буду их собирать. И садимся уже завтракать. Сырники и абрикосы у нас сегодня будут. Вкуснота для пота. Вот, девчонки, намазала я сырник Филадельфией. Вот она, Филадельфия. И, ну, вообще-то любой творожный сыр подойдет. И вот абрикосы. Это очень вкусно. Это очень-очень вкусно. Всем доброго дня. У Гузели сегодня путь-дорожка, конечно, по магазинам.
Мы уже сразу поняли, наверное, по какому магазину. И, конечно, бытовая техника. Смотреть, стиральная машина. Теперь мы без этих стиральных машин, любое, наверное, семейство, как без рук, как говорится. Отвыкли уже от ручной стирки. Вот смотрели в интернете. Ой, цены, конечно, нереальные. Ужасно, еще хитро-мудро сделано, так скажу, в интернете смотрели. Может, и в магазине то же самое скажу сразу. Как будто акция на некоторых стиральных машинах стоила типа 90, перечеркнуто, сейчас 60. Ну, потому что уже я знаю, что у нас стиральная машина старая, я все равно присматривалась до повышения цен, даже они 60 не стоили. Представляете, как хитро, мудро все вот это сделано. Ну, может, и в магазине так, я не знаю, чем связано, почему техника, цена не снижается. Евро, доллар падает уже 55 рублей, а все еще цены такие же. Ну, куда денешься, надо без стиральной машины, как бы говорится, без рук. Мы уже привыкли к этому. Я, знаете, я очень сильно испугалась от того, что, знаете, у меня есть вот такая привычка, конечно, это не хорошая привычка, это что вот запущу стиральную машину, стирку, какой-то в огород дела по делу, или даже в ближайший магазин могу сбегать. Может, не сейчас, давайте, не только я вот такая, но вот есть у меня, это не хорошая привычка, и вот на этот раз как будто пятое чутье, вот так скажем, или вот как бы на кухне дело было, не чутье, так скажем. Также запустила стиральную машину. Настя с Аминочкой, они в гостиную пошли играть, дверь закрыли, играть пошли. И, ну, конечно же, и я на кухне делать, и чувствую запах гари. Вот представляете, чувствую запах гари. Я думаю, откуда этот запах? Открываю ванную комнату, оттуда сразу резко дымище, а дым идет из-под стиральной машины. И вот я испугалась. И представляете, пробка не пробила. Ой, ветер, чоку. И пробка даже не пробила. Я быстренько счетчик у нас во дворе, быстро вырубила это счетчик. Ой, вот честно, я испуг такой был. Я не знаю. За какие-то вот минуты даже. Это даже она долго не стирала. Вот за какие-то минуты. Если бы была в огороде, вот не дай бог, да, я замазала, это, наверное, пожар случилось бы, не дай. Вот я от этого. А что она сломалась, я уже к этому готова была, честно говоря, к этому никто не готов. Просто я уже знала, что у нас стиральная машина уже старая, и уже все равно когда-нибудь-то уже она сломается. Когда Ибрагиму сказала, я говорю, у нас стиральная машина, все хана. Он начал, вот это все не вовремя. А говорю, а чего, когда ломается, мы вовремя ждем. Никогда ничего вовремя. Мы специально, кто-то человек ждет, что ли, чтобы сломался вовремя. Ну, говорю, да. Я же, мы уже этому, говорю, знали, что старые уже. Да, всегда не вовремя. И тебе денежки пригодились к другому, но ничего. Доча, а что ты собрала? Делать палатку, то мы там сели. Угу. Хворост собрала, чтобы делать палатку, да? А что делают из хвороста? Костер зажигают? Да. Угу. Огонь. Чтобы огонь был, да? Там они кушают грибы. А, там потом кушают грибы на костре делают, да? Ну да, ты права. А что, мы здесь остановимся, палатку, что ли, сделаем? Да. А, ну понятно. Ну собирай хворост, это очень полезно. Проходим мы мимо гимназии, и здесь вон мальчишки играют в баскетбол. Софика говорит, мама, можно я с ними буду играть? Я говорю, доча, только большие играют в баскетбол, высокие, говорю, ты еще маленькая. Но у меня, говорит, силы есть. Я говорю, ну покажи, какие у тебя силы есть. Покажешь, какие у тебя силы есть? Вот такие у тебя силы есть, да? А, вот так ты баскетбол будешь играть, да? Но мне кажется, это на карате больше похоже, нет? Ну, похоже. Ну, похоже. Ну, так ты же баскетбол хочешь играть, а не карате?
Ты баскетбол или карате хочешь? Я что-то не поняла. Баскетбол хочешь? Это беговая дорожка. Здесь бегают. На беговой дорожке бегают? Нет, это... А, это цифры написаны? На какой полоске кто должен стоять? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 людей там должно стоять. Когда большая буду? Когда большая будешь, можно. Пойдем. А давай ты выйдешь? Не, я бегать не умею, доча. Пошли. А, ты меня учить будешь, как надо делать? Ну, спасибо. Ну, давай не сегодня, в другой раз, окей? Окей. Ладно, пошли. Мы туда. В другой день придем, и ты меня научишь, как бегать надо. Да. Мы на ага. Да, туда зайдем, и ты будешь меня учить. Да, все правильно. Вот так бегать будем, да, да. Все правильно. Пошли, пошли. Самое первое зайду М-видео. Сейчас посмотрим там, какие цены. Девчонки, сейчас будут кадры из магазина с электроприборами. Мама теперь уже смотрит стиральные машины не ради интереса, а именно в поисках покупки. Еще раз будет вам показывать, сколько что стоит. Цены, конечно, возросли, что уж тут говорить. Где-то полгода назад все эти цены были в полтора или в два раза, конечно же, ниже. Обидно сейчас покупать по таким ценам, но никто не знает, когда будут ли они как прежние, уменьшатся ли они, понизятся ли, или также останутся. Никто этого уже не знает. А стиральная машина нужна, если сломалась та, которая дома есть. Тут уже, да, так как ждать нет времени. Обидно, конечно, еще раз скажу, за такие суммы покупать, когда ты знаешь, что это было вот недавно только по другим цифрам. Ну, обидно, досадно, ну да ладно, как говорится. Мама тут вот показывает производство, мол, Россия стоит, хоть и Bosch, машинка Bosch. Ну вот, в среднем вы можете обратить внимание, машинки от 50 тысяч рублей, где уже более-менее нормальный килограмм, а ну и выше. Мама ищет машинку, где именно много килограмм, так как у них сейчас машинка как раз-таки маленький барабан, и крупные вещи она не может стирать. Тот же самый плед, например, там подушки, одеяло, это уже с трудом, и она все стирает это дело вручную. А вот у меня дома 10 килограмм стиральная машинка, и плед постирать, подушки, одеяло вообще без проблем. Я время от времени это делаю, стираю все одеяла, подушки, и поэтому удобно, когда барабан, конечно же, большой. Именно такие у меня мама и смотрит сейчас. У меня мама еще такая, конечно, хитрая, тут вы не это, как бы не слышите это, но она еще смотрит и на дизайн, не чисто на цену, чтобы было по карману, но чтобы ей еще и внешне нравилось. Вот такая у нас деловая. Вот, в принципе, вот сейчас Samsung, я смотрю, нормальная цена, вон и за 35, и за 40 можно найти. В общем-то, много стиральных машин по акции. Но те, кто в акции, те, что в акции, они не идут в рассрочку. Я так поняла, у меня мама хочет взять в рассрочку, а в рассрочку идут уже модели, те, которые подороже. Вот Bosch, 150 тысяч рублей, наверное, из Германии. Производство Германии, наверное. Да, вон стоит, посмотрите. А нет, Польша стоит, простите, не России собрана. Но, в общем, вот те, которые в акции, они не в рассрочку. Рассрочка, кто не знает, в Германии нет такого слова «рассрочка». Просто как бы в Германии это называется «нольцинс», беспроцентно. Долг без процентов, да. В русском языке есть специальное слово для этого. «Рассрочка» называется. Вот так вот, девчонки, так получается. Вот мама ходит по магазину, смотрит. За 36 я бы вот, в общем-то, просмотрела бы, ну вот не знаю, какую маму выберет, я еще не знаю. Когда купят, конечно же, нам, наверное, покажет.
Ну что, я была в магазине МВидео, смотрела цены, сняла и для вас. Конечно же, наверное, Альбина смонтирует под музыку вам эти цены, потому что все время играет музыка. Сейчас YouTube ее заблокирует. По-любому. Моя мама пока гуляет по магазину электротехники. Я поехала в наш аутлет Метцинген. Просто походить, глаз порадовать. Вот зашла в магазин Марко Поло, меряю вот такой вот поло с длинным рукавом. Смотрите, почему-то цвет передается неправильно. Это не тюркиз цвет, не бирюзовый, а зеленый. Но я не купила эту кофточку. Что-то она меня... Не знаю. А это вот кадры из магазина Sandro. Это французский бренд. Или Sandro, или Sandro. Я вот не знаю, как падает ударение. И кофточка, и шортики из этого магазина. Да-да, вы не ослышались, это шортики. Посмотрите, такие шортики идут сразу с накидкой. Они не разделены, они прям сшиты вместе по поясу. Внутри такие коротенькие черные шортики, а поверху как будто бы вот такая вот накидка. В общем, топик мне не подошел. Большоват. И юбка тоже что-то не то, точнее шорты. А здесь я мерю вот такое вот платье лапша. Цвет мне очень понравился. Правда, камера как-то очень рябит. Она такая зеленая, зелено-салатовая. Там полоски зеленый-салатовый чередуется. Она вся такая лапша, приятная, плотная лапша. Качество, конечно, не придраться к этой фирме, но мне кажется, это платье меня полнит. Вот где вот грудь красиво смотрится, а вот бедра полнит. И здесь я померила вот такие вот бермуды, шорты-бермуды. Тоже вроде бы все хорошо, но длина по мне как странная. Либо была бы чуть ниже, либо выше. А вот это прям посередине колена мне не нравится. Девчонки, всем привет! Вы уже вслух. Вы по предыдущим кадрам видели, что я в аутлете, в магазине у нас в аутлет. Я просто приехала прогуляться, посмотреть, пощупать, как говорится. Игорь обычно это говорит, иди сними, Игорь, стресс. Мне особо даже не нужно что-то покупать, я просто хватает что-то померить, посмотреть и домой поехать. Знаете, у меня сразу настроение как-то поднимается. И тут я зашла в Макс Мару, начала смотреть пальто. Вообще, мне в том году, в ноябре, Игорь подарил деньги на покупку пальто Макс Мара. Он говорит, на эти деньги ты можешь только это купить, ничего другого. Только вот если Макс Мару пальто найдешь, себе купишь. Ну, как всегда назло, да, у меня ничего не нравилось. И тут сегодня я зашла, мне понравилось пальто, это новая коллекция, привезли новое. Я ему звоню, говорю, слушай, тут привезли пальто. Я говорю, наконец-то я нашла то пальто, которое я хочу. Он говорит, а что, говорит, можно зарезервировать до завтра? Я спросила, она говорит, нет, мы не резервируем, это аутлет, аутлет цена. Мы, говорит, не резервируем вещи. Я ей говорю, перезваниваю, говорю, нет, они не резервируют. И размер уже последний. Представляете, новая коллекция, уже мой размер, это последний. И что вы думаете, Игорь мне говорит, стой, говорит, там, я сейчас, говорит, привезу деньги, и ты купишь. Потому что он уже мне давно подарил эти деньги на день рождения, я никак не могла найти себе как бы подарок. И тут вот он говорит, сейчас, говорит, купишь свой подарок. Привез деньги, вот, привез Софику, до этого я была одна. София осталась со мной, они с Данилкой обратно вернулись домой. Сейчас вот деньги у меня в сумке, иду покупать это пальто. Не золотой ли у меня муж? Вот не золотой ли он у меня? Мог бы сказать, завтра поедешь, будет, не будет. Просто он знает, что я каждый раз туда захожу, смотрю. Мне хочется на эти деньги купить, скорее, уже мой подарок. А он не разрешает эти деньги тратить на что-то другое. Он говорит, только пальто себе купишь. И вот он это привез специально. Он знает, что я уже давно ищу. Вообще, конечно. Добрый день всем, мои дорогие. В предыдущем видео всех многих заинтересовал квас. Но правильный, наверное, комментарий Анна написала, что это холодный суп. Да, холодный суп, но приготовлен на квасе, который хлебный квас мама сама приготовила. И какие же ингредиенты входили в этот суп? Я тоже сегодня решила на ужин приготовить и заранее уже ингредиенты приготовила здесь. Огурец, помидоры,
перец сладкий, укроп, лук зеленый и яйцо. Конечно, можно ингредиенты разные сюда добавить, холодный суп. Можно даже мясо, кто любит, на любителя, как говорится, картошку отварить. Ну, многие могут сказать, это то же самое же окрошка. Ну, кому как. Но такие холодные супы раньше приготовились, честно. И у меня все это осталось от детства, из детства. Собирали бабушек, дедушек, когда читали там молитвы, ну, праздники собирали, самый первый суп готовился холодный суп. Вот этот холодный суп я очень любила. Потом потихоньку почему-то перешли на компот. Этот компот тоже очень вкусный, но сейчас почему-то очень редко готовят на такие большие мероприятия, когда бабушек или дедушек собирают, очень редко готовят. Холодный суп или хоть даже компот, скажем. Большинство теперь готовит катык. Вот. И это очень вкусно. И вот я сегодня, ну, конечно, у меня квас магазинный. И попробуем, такой же вкус получится, как у мамы. Вот так, мои дорогие. Огурец. Давайте. Помидоры. Перец. Яйцо. Яички. И зелень, конечно же, зелень. Без зелени никуда, особенно летом, свое, в огороде. Между прочим, почти все из огорода. Так, открываем квас. Оба-на, как стреляет, прям как шампанское стреляет. О, а дымит ли, так смотри, потому что холодный. Конечно же, на вкус квас не тот совсем. Вообще вкус, вот честно признаюсь, мне надо было поменьше блюдца сделать. Или квас невкусный, вроде бы хороший квас взяла, купила, вернее. Но не вот. Но мама немножко сахар добавила. Давайте попробуем сахар ложечку добавить. Настя, честно признаюсь, тебе понравилось? Нет. Ну, я говорю, она... Я просто еще окрошку не люблю, поэтому... Конечно, я сахар добавила, но вкус вообще другой, что я кушала у мамы. Конечно, домашний квас ничем не заменить. И тем более, я и забыла, магазин-то газированный квас, а у мамы-то не газированный. И, наверное, вкус вообще другой. Ну, но все равно кушать-то можно. Так скажем. Ну так. Все равно все вот этот холодный суп и вкус... Вкус супа зависит от домашнего кваса. Тут в центре города Ройтлинген есть такой вот ручеек, прям течет. Ну, специально такой, искусственно сделанный, скажем так. И там Софика с бабулей своей играют всегда в этом ручейке листочки, как вместо, как импровизированную лодку делают. И посмотрите, какие лодки тут дедуля им смастерил сам. Сам сделал. Это для какая-то там тут для бабули, одна для Софии, другая для другой внучки, для Милины. Три лодочки смастерил дедуля. Не молодец ли? Тут, говорят, еще парус был, но сломался. Всем привет из субботы. Мы едем сейчас домой. А, нет, сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье. Мы были у родителей Игоря, ну, у родителей, в общем. Были приглашены на чебуреки, да и вообще, ой, тут окно такое грязное, капец, вот, и оставили Софийку с ночевой. Завтра вроде понедельник, да, вообще, по сути, родители работают, но у них сейчас отпуск 2 недели, поэтому Софийка у них осталась с ночевой. Вообще, мама сказала, говорит, оставляйте, говорит, на больше дней. Я говорю, нет, я вещей, во-первых, взяла только на, ну, на один день, как бы, и вообще что-то, может быть, в течение их отпуска, конечно, оставим на 2 дня, но пока я была еще не готова.